Всем здоров, наши лили. С вами, как всегда, ваш дорогой братан Олег Фазбер. И это 1930... The Young of Fire. То есть... Я не знаю, как это переводится, все равно. Это все-таки есть эта игра на Android. Я, не знал, что есть эта игра на Android. Но... все-таки есть. Да, я смотрел немножко по этой игре прохождения. Так что давайте-ка приступим. Загрузка. И, короче... И... нам говорится, что мы должны прожить где-то в заброшенной пиццерии Фазбера. Ну да, у нас же Фредди Фазбер же заброшенная эта пиццерия. Так вот, проживем в заброшенной пиццерии. Все, 5 ночей. Сторож. И да, ребят, здесь будет находиться Бонни. Бонни, первый аниматроник, будет нашим... Так. Но будет у нас. То есть у нас видны куб. То есть у нас видно, что мы можем перезаряжать, то есть с эти. Так, ну это первая стадия пока что. Это вторая стадия. Опа. Все. Вот типа так можно и прогонять Бонни, хотя это будет долго. Так, это вторая стадия. Все. То есть он встал. Все, я его прогнал. Но это будет долго, ребят, это будет долго. И Бонни с лицом. Бонни у нас теперь с лицом. Как говорится. Это годная в новопародии, если что. Я скачал с геймджолта. Так. Я скачал его с геймджолта, если чё, я... Так, все сел. Сидеть, Бонни. Тщательно. Сидеть, кролик. Кролик. Так, так. Рецепт Бонни. Я тупо просто выживаю. Так. Ну, чуть-чуть осталось батарею зарядить.
Так. Reset. Все, отлично, найс. Теперь можем просто... Да завести. Еее! Shift complete, отлично. Первая ночь затащена. И 5 минут провел в этой игре. Отлично. Эрвин Вентрум. То есть... Мы должны выжить тут. И тут у нас уже классический лефти, то есть... То есть мы должны выжить где-то 300 секунд. Так, уже Чика ползет. Так, надо подзавести Лефти. Лефти у нас он тут музыкальной шкатулкой. Так. Сейчас Чика подползет. Ползет. Подползай. Еще я типа так умру. То есть, если наполнять где-то градусов 100, то я умру. Так, Эрвин Вентрум. Давайте еще разок. Так. Если она возле меня, то надо... что-то делать. И это офис первого ФНАФа. То есть... Сейчас мы должны выжить всего лишь 30 секунд. То есть... Это долговато. То есть я иногда слежу за Лефти, он рядом сидит. Так. Мы можем даже без камер заполнять. Это как раз меня радует. Так, подзавели чуть-чуть. Сейчас Чика приползет. Сейчас приползет. Так, вали быстро! Она меня не хочет валить! Курица! Курица! Так, еще! Ну блин, 30 секунд, это как-то сложно будет. Сложно будет. Главное следить за Чикой, Чика у нас. Самое топовое. Так, это Music Box, отлично. Жать сюда, Music Box. Так. Отлично, сохраняет. Так, она ползет. Ползем. Thank you.
Вот сейчас. Валь... А... Она не хочет валить. Она не хочет тупо валить. Не хочет валить. Понятно, что Чика. Так, надо где-то... Блин, я не понимаю, чё от неё надо делать? То есть я нагреваю. Так, давай, 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 давай! Да я! Блин! Бомбить будем. Пока не пройдем. Бомбить! Будем бомбить, кажется, в этой игре. Так, Classic Left, я тебя сторожу. Жалко, что она никак Shadow Mangle с Ultra Custom Night и Reject с Custom Night. То есть нельзя на не... если на нее посмотреть. То есть так когда она бы прогналась, а так и невозможно прогнать. Так, ну она близко, близко. Все. Я, кажется, понял, как прогонять ее. Ладно, заводить лефти. Это лефти, если что. Вот красный шляпе и красный бантик, это лефти. То есть, это классик лефти. Классик. То есть, надо заводить классик лефти. А вы знаете, что в лефти здесь... Власть марионетка, а марионетка в лефти. То есть это, да, это на чё? Ну, типа, можно сказать так. Так. Так, давай, 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 давай. Есть, отлично, пришла. И ушла. Отлично, я всё понял, как проходить этот, эту комнату. Тут все еще оставшиеся 60 секунд. Главное просидеть в этой конуре. Даже музыка Sister Location мне подсказывает, что ты должен пройти это. Ты должен, я знаю, она говорит, я верю в тебя. Спасибо, музыка, ты меня всегда поддерживаешь.
Ну ладно. Шутки в сторону. Так. Входи. Отлично! Так, еще нам еще 2 минуты сидеть, потому что если 1 минус 60 секунд, значит, плюс еще 60 секунд, это 120 секунд, значит, 2 минуты еще сидеть в этой комнате. Блин, ну. Я скачал очень давно, это было, наверное, где-то месяц назад. Я не помню, когда я скачал эту игру, но... Я помню, я ее скачал и забыл про эту игру. Вот, и я все-таки вам эту игру записываю. Так, потому что эта игра интересная. Так, жареная курица. Это жареная курица. Жарим курицу в огне вентиляции. То есть... Уже 60 секунд осталось. То есть, 1 минута осталась. Ну всё, Чика, ты проиграла. Я говорю сразу, ты проиграла. С Лефти даже. Ты с Лефти проиграла. Вам меня не остановить. Блин, наверное, будет в этой Android-версии жестче Фокси, потому что... Ну, хотя не будет. Жареная курица. Я чую запах KFC. Не, надо реально взять KFC. 20 секунд осталось. Осталось 20 секунд. 20 секунд. 20, 20, 20. Мы должны выжить эти 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1. Чика продула, Чика продула, Чика продула, ла-ла-ла-ла-ла, Чика продула. Чика продула, Чика продула, Чика-чика-чика продула, ла-ла-ла, продула, ла-ла-ла. И даже продула. Всё, Чика, я тебя сдаю в KFC. На чем на вкус, Чика? Узнаем, когда пройдем третью ночь. Pirate Room. Pirate Room. Значит, как тут? Ага. Ага. Как я и понял. Ну, можно сдержать перед собой. Можно держать перед собой. Шокер. Так, как понимаю, если он будет близко. Да. И все, он сидит, отлично. Так, это первая стадия. Вторая. Сейчас ждем Фокси. Отлично. Но это где-то уйдет очень много минут. Так, это первая стадия, отлично. Так, это вторая.
Так, это нулевая стадия. Отлично. Ну, в этой игре мы 3 ночи пройдем. Пройдем. Так, это вторая стадия. Так, первый. Так, он сейчас на нулевой стадии. Мы должны хоть чуть-чуть успеть бить. Так, это первая стадия, отлично. Но главное за ним иногда наблюдать, потому что... Так, это вторая. Контра. Блин! Я вспомнил, что надо на... Контроль шока нажимать, я... Блин. Как я мог затупить? Я реально затупил. Так, это уже... Так, это вторая. Так, а первая стадия, я имею в виду. Так, это уже вторая стадия. Уже вторая стадия. Так, мы делаем. Дело Фокси. Да, Фокси. Пират. Пиратский. Лис. Так, погоди, сейчас мой шокер. Да, уже зарядился шокер. Шокер. И получай по башке. Так. Так, это первая стадия. То есть, повторение мать учения с Бонни. То есть, надо, ему надо было рестартить, а тут надо уже того. А Фокс надо убивать шоком. Как странно, промчало убивать. Так, это вторая стадия, мы должны успеть. Так, это уже вторая стадия, вторая, да-да-да, вторая. И третья. То есть на третьей у стадии он выглядывает, отлично. Так, мы должны успеть. Успеваем, успеваем. Так. Yeah, shit complete, отлично. Еще это... 20 минут. 2 минуты этого видео. А так где-то, не знаю, с первой попытки прошел. Ну блин, вторая ночь была жестче, чем первая. Дрожащий была чем. Чуть-чуть сложнее, но я допер, что если Чика ближе, то надо греть вентиляцию. А так, с Лефти это полегче. Вот Фокси это полегче. Но если вы хотите, чтобы я продолжил эту пародию на FNAF, и также, чтобы вышла новая часть «Я и Лефти» и полуметражный эпизод, то лайкотос и подписочка, если вы хотите. А также, ну и комменты тоже пишите. Вот. Значит, на этом все. Мы прошли 3 ночи, это замечательно, да, 3 ночи. Ну вот, если вам понравилось это FNAF, пишите, чтобы я продолжил эту игру, все такое. Ну а на этом все, большое спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем пока.